проводить лето можно активно в любом возрасте. Это доказывают участники клуба «Активное долголетие». В Московской области к движению присоединились уже почти 400 тысяч людей старшего поколения. Долголеты занимаются йогой, северной ходьбой, играют в городки, катаются на роликах, рисуют картины, делают поделки, танцуют. И это еще не весь список направлений. Например, в Ленинском городском округе доступны занятия сап-серфингом. Такой вид спорта тренирует сердечно-сосудистую систему, равновесие и координацию. Всю подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно узнать на официальном сайте.